Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Walking Dead. Это эпизод второй. Мы встретились у мотеля с двумя братьями. Они привели нас сюда, чтобы мы покушали, и дали им немного бензина. Ну, теперь Лили и Бен решили вернуться за остальной группой, чтобы все перекусили. Ну, я думаю, здесь остаться можно. Здесь достаточно уютно, хорошо. Есть еда, есть вода и такая вот замечательная ограда, которая прячет нас от зомби. Электрическая. Ну-ка, давай посмотрим. Отлично. Что же, а я решил осмотреться. Давайте посмотрим, что тут есть, что тут можно осмотреть. Марк, поговори со мной. So what have you found out? Is this looking like a good place to stay? I'll keep looking around. А он один из братьев? All right, keep me posted. Ты говоришь, за ними следить будешь? В прошлой серии он так сказал. Сам стоит спиной. Хоть ружье бы нам оставили. Нет, с тобой пока не хочу говорить. Вы мутные какие-то. Они в прошлой серии узнавать пытались. Сколько людей, кто лидер. Ты вдоль ограды идешь. Но место действительно очень хорошее. Качели. Too bad it's broken. I'll bet Clementine and Duck would have loved something like this to play on. Kids used to like that old swing even more than the tour sometimes. I'll bet. Как они сломались? Не против, если я починю? Sure, that'd be great. Mama sure does appreciate y'all helping out. Looks like it just needs a new board for the seat and some rope. Make it safe for Clem and Duck. And let the St. John's know we can pull our weight around here. Ну, детишкам это понравится точно. А у них большая ферма, интересно. Тут смотрю поле. Кукурузное или какое? Непонятно. Ворота. Наверное, еще не все осмотрел. Здесь, внизу, чтобы подниматься в дом. О, веревка. Что же, по пути соберем качели. Ого, сколько наград. This dairy won a lot of ribbons in its day, huh? This place was my daddy's life. Meant everything to him. You know, when he first bought this place, it was a single-story house. Is that right? After us kids was born, he insisted on adding a second floor. Said they had to have room for as many babies as they could have. Mama, she was done after damn. My folks stopped after two as well. Then one day, the world changed. Now this place is all we have left of Daddy. That's why we take such good care of it, and why we want to share it with good folks like yourselves. Это слишком дружелюбно с твоей стороны. Не знаю, подозрительно. Что ж, а мне стоит продолжить осматриваться. Так, в дом пока я не пойду. Растения. Fresh herbs. I can hardly wait for dinner. Да, вам всем стоит поесть. Used to have these on the front porch of my house growing up. Hope the noise doesn't attract any unwanted guests. Да, он не шумит особо. Ну, я имею в виду. Вот эта штука, не знаю, как она называется, правильно? Не буду лукавить. Так, стоит осмотреться здесь. Что у нас тут? Ворота тоже куда-то ведут. Наверное, в ангар. Деревянный забор. И зачем ты это заметил, Ли? Вот мне странно, зачем тут забор, если здесь есть проход? Нелогично, наверное. А вот и доска. This is too big right now, but if I can find something to cut it down to size, this might make a good seat for the swing. Нормальная доска. Для всей группы хватит сразу. Так, что тут у нас? Электрическая ограда. Давай еще раз посмотрим. Looks like the fence runs around the entire property, not just the house. Ну это хорошо. Это очень хорошо. Yep. Can't take any chances when it comes to safety. Если здесь оставаться, о чем можно поговорить с группой, то будет очень неплохо. Нас достаточно много, чтобы обороняться, чтобы куда-то ходить, что-то искать.
Так, пила. Ну, подожди, сейчас поговорим сначала с ним. Он начал рассказывать о себе, о семье, об отце сказал. Это уже что-то. Где же вы там место собрали бензин? Да ладно, я не такой криворукий. Я только головой биться могу, спотыкаться. Ну, руки-то у меня нормальные. Ладно, давай поговорим. А? Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that you folks are pretty well armed. You've been stockpiling, huh? Ты все вынюхиваешь, да? Сколько у вас оружия? We've scraped a good supply in the last few months. How about yourselves? What kind of protection do you have around here? We collected a few guns to protect ourselves, but we really only use them when we go off the property. When we're inside the perimeter, the fence is all we need to keep us safe. Что ж, неплохо. А мы же не первые гости. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Так. Ограда останавливает подходящих? An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman, he figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close. Closest Mac. Thing to entertainment these days, I guess. These generators are enough to power the whole dairy? We got lots. We gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Like us? I'm gonna get to know the place for a minute. Okay, well, we've got to secure the perimeter, so don't take too long. Что же за маг? Говоришь, он был здесь, помогал настраивать ограду? Hey, what are you fixing to do around the barn? А что ты так напрягся? Просто интересно. How secure is your barn? Having a safe place for the cows pretty important. Thanks to the fence, nothing gets in here anymore. Unfortunately, the Deddies took most of our cattle before we got it running. Mind if I take a look? Sure, but why don't we do that after we tend to the perimeter? Sounds good. Как-то подозрительно это было с твоей стороны. Что же ты там прячешь? Что же вы там прячете? Ну давай, починим качели. One of these boards? Already making some repairs, huh? I like a guy who takes some initiative. Yeah, go right ahead. Надеюсь, после того, как я починю качелю, вы нападать не будете. Отличная доска. Осталось зашкурить. Ага, ты просто засунул ее в штанины. Молодец. Пойдем чинить. К чему? Зашкуривать. К чему ламинировать? Ламинировать, говорю. Лаком покрывать. Давай ее так, зазубренную воткнем. Чтоб все за нос нацепляли. Ремонтировали. Я думаю, ты справишься. Как-то я упустил, как его зовут. Mama's gonna be thrilled to see that old swing all fixed up. Hopefully our kids will like it too. Did you say something, darling? Oh my goodness. Did you do that? Just trying to help out a bit around here. You know, I used to push Andy and his brother out here on that swing every night when they were kids. Seems like such a long time ago now. Yeah, it does. Вы какие-то чересчур дружелюбные. That should make everyone happy. Нет, я не перестаю замечать это. Слишком подозрительно. Вас тут всего трое, но... Я не знаю, чего ожидать от вас. Wonder how much food they got in there. Hopefully we'll find out. Да, давай попробуем зайти в дом. Получится ли у нас пустят туда или нет. Пойдем осматривать ограду вместе с тем братом. Так. Well, hi there, Lee. What can I do for you, sweetie? Can I help you with anything around the house? I think with Danny's help, I've got things pretty well squared away in the kitchen. But feel free to check with Andy.
He's got a lot of weight on his shoulders these days, so I'm sure he'd love any help he can get. Дэнни помогает тебе на кухне? Но я же здесь, вместе с Ли играю. Так, это место выглядит потрясно. Your family's done an amazing job of keeping this place up. Well, now aren't you sweet? Thank you, Lee. The boys and I have tried to adapt as best we can, but we still keep some of our old routines to help remind us of better times. Вот, этот вопрос меня интересует. Что случилось с работниками? What happened to the rest of your staff? Oh, we've had our share of tragedy here, just like everyone else, I'm sure. Some of our staff took off to find their family as soon as they heard the news. The few that stuck around, well, we lost most of them the first night those things showed up here. It was a tough night. Ну ладно, будем считать, что ты ответила. Когда будет готов ужин? Да, давай узнаем, когда будет готов ужин. Наверное, к ужину, к вечеру. Логично ли? Как ваша семья держится? All my boys have been my saving grace. They both left their jobs and came home to help out after the attack started happening. I think it was hardest on Andy. Dan was always more of a mama's boy, but don't tell him I said that. Смеешься как поросенок. Сколько же комнат в этом доме? Rooms? Why do you ask? Просто любопытно. Just curious, I guess. Let's not start thinking too far ahead now. Let's just focus on getting y'all a good home-cooked meal tonight. Well, if anything comes up that I can help with, feel free to let me know. Well, Lee, I sure appreciate it. No problem. Ну, правда, интересно было. Он же сказал, что каждому ребенку по комнате. Так. Давай с тобой поговорим. Я думаю, стоит обсудить с тобой все, что я здесь увидел. Hey. Давай поговорим про амбар. I didn't get a chance to check out the barn area yet. I'll do that after helping Andy get the perimeter secured. С генераторами могут быть проблемы. Generator might be a problem. Andy said it's tricky and repairing it takes him a while. Still, it's a hell of a lot more secure than the motor is. Кто-то забыл перевести строчку. С этой оградой шутки плохи. Fence is no joke, at least around the house. I'm looking forward to seeing the rest of it. I'll keep looking around. All right, keep me posted. Давай, ты там смотри осторожней. Чуть руку опустишь и шашлыком станешь. Ладно, пойдем, осмотримся, я помогу тебе. Hi. Пойдем осматривать периметр. Oh, good. The fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Почему бы тебе не отключить всю ограду? Это вдруг ты сейчас отключишь не ту. Нифига себе, у них территория достаточно большая. So how's the place looking? Is it safe enough for us to stay? If we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. He wouldn't be such a pain in the ass if you weren't telling him we were talking behind his back all the time. Это правда. I'm sorry, alright? Мы разберемся во всем. Но ты правильно подметил, Ли. Не зря он сказал в лицо то, о чем мы говорили. О, воронка, кушаешь. Ограда точно не под напряжением. Ли, it's dead. Ты уверен? Может, он еще жив? Блин, надо посмотреть. Andy said, when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Честно, я не доверяю проводам, даже если все отключено. А это что, стрела? Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Poor guy.
I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Ну, арбалет я видел у того бандита. Disgusting. И что-то вытащил стрелу, даже не положил ее в инвентарь. Ладно, давай толкнем его. Who do you think he was? Главное, что не один из нас. At least it's not one of us. Ну что, давай, Марк, приступим. Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Эта штука бесполезна без бензина. We might need food, but the St. John's need gas too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. Что я не думаю? Что ты имеешь в виду? What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. Спасибо, Марк. There's another one. I see it. Надеюсь, ничего не случится плохого. Ну давай, оттолкнем и этого. Или эту. Что, пригорело? Блин, опять рубить. Man, the fence burned right into its hands. Think they fused together. Ну давай, ты умеешь топором рубашить. Вот и все. You never get used to the smell, do you? Nope. Хорошо, что игры не передают запах. Christ. I can't stop thinking about dinner. Да ладно, Марк. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but it's all that's keeping me on my feet right now. На глазах у детей? Детишки покушали, не переживай. Я тоже голоден. Hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? Но почему нет? If they've got as much food as they say, I think so. Я тоже так считаю. Come on, I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. Что ж, я все переживаю, что эта самая ограда может включиться. If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. Уверен? Ладно, давай, поехали. Главное, чтобы мы успели перебраться обратно до того, как ее включат. Ну вот и все. Holy fuck! What just happened? Шикарно. Fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Воу. Марк. Ложись, Марк. Пойдем за трактор. Бегом. Охренеть. Кто это был? Какой договор? Ладно, нифига не понял. Нам надо выбраться отсюда. Что будем делать? Так, эта штука явно нас затормозит. Отключаем. Давай. Молодец. Так. Ага. Стоп, подпорка. Убираем. Все. We can get through this fence and back to the house. Shit, that hurts. Давай, Марк, терпи. О. Они стреляют прямо над головой. Раз. Сколько вас там? Охренеть. Их там до хрена. О, отлично, еще один. What happened? Shit. One of the dead we pushed down earlier. Gonna have to move it. Блин. Ну, тащить его бесполезно, мне кажется. Нет? Справишься? Молодец. Капец, кто вы такие? Даже прижмись ты ближе к трактору, придурок. Тебе сейчас еще раз подстрелят. А, еще один. Там уже было всего метров 10. Давай, тащи. Ли, тащи. Оу!
Еще не лучше. Где его пинай? Давай его, выруби нафиг. Да ты ж, тварь, а? Давай быстрее лети. Охренеть. О, он сзади, он сзади. Блин, да кто эти нападающие? Давай быстрее, Марк. О, спасибо, друзья. Надеюсь, мы подружимся с вами. Шикарно. А закрыть не хотите? Воу. Но я требую объяснений. Во-первых, какого хрена ты включил ограду? Там была засада. Holy shit, are you okay? Ну да, у него on our спина, oh, спине стрела. You, да ничего, просто... Он просто упал на стрелу. Марк, о май гад, что happened? He got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just... pull it out. Oh no, honey, come on, Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Какая Бренда? What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a deal. You knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. Здесь не так безопасно, как мы думали. Maybe it isn't as safe here as we thought. Look, we're sorry. We never had them screw with us like this. Not since we started giving them food. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe. This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor inn until we get back. Это, конечно, дело вот этих ребят, но я думаю, стоит. Hey, kids, look what Lee got working for you. Стоит бандитов убить. I love swings. Перебить. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Thanks, Lee. Oh. You're the best. Yeah. Молодежь оценила. Значит, и Кенни оценит. А ты-то там что, какой шаром включил? Давайте еще раз осмотримся. Поговорим, какого хрена он включил электричество. И поговорим о бандитах. Где там Клементинка? Кайфует? А, там Кен. Кенни. С Даком. Не ушибите меня. Так, говорите с Клементиной. Hey, Clint, как дела? You like the swing? Yeah, it's fun. Thanks for fixing it. You're welcome. Will you push me on it? Да, конечно. Sure. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Боевой малый. Да, думаю, стоит покачать ее да поговорить. Как ты? How are you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Думаю, да. It'd have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Well, we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful.
I want you to stay lucky too. Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. Мы здесь в безопасности. Надо ее успокоить, чтобы она не переживала. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. Что думаешь об этой ферме? What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Это правда. Do you think things will ever get back to how they were? Да, думаю, да. Yeah. I'm not sure when. One day, things have got to get back. По крайней мере, стоит тебе это сказать. Yeah, me too. All right, Claire. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah. Okay, Doug, don't pop a gasket. Малому лишь бы поболтать, покайфовать. Домик. Okay in there. Катя и Марк внутри. Чего они там вдвоем стоят, придурочные? Качельки? Ну-ка посмотри. They look happy. Отлично. Давай поговорим с Кенни. Смотри, не ушибись там, ты любишь башкой биться. Hey. Haley, found anything interesting? I was talking to Andy a bit earlier. Doesn't sound like they have too many guns around. They rely mostly on the fence to keep them safe. So long as you're on this side, things are all right. Provided the fence holds out. Well, that's the problem. When there's no more gas, there's no more fence. That's true. Well, it's good to know what we're working with here. Keep looking around. Let me know if you find anything else. Пока у меня мысли такие, либо мы им нужны, чтобы отбиваться от бандитов, либо что-то еще. Пока я не понимаю, что они хотят. Слишком они дружелюбные. В таком мире нету дружелюбия, я думаю. Что ж, ты как? How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. Thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know? Я понимаю, большой ужин, все дела, но там какую-нибудь кукурузинку взять, лучка погрызть, коровку откусить. Нет? Не хотели бы перекусить? Ладно, дело ваше. Дак и Катя нормально сюда добрались? Катя, ты же русское имя. Well, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. I hope you're right. Duck and Clementine deserve a better life than starving to death at some crappy motel. Что же, насчет мотеля ты прав. Мотель можно оставить. Странно, что вы оставили там Карли и Бена. Но Лили тут не нравится. I guess, Lily isn't too thrilled about being here. I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food, and I'm not about to sit around that motor inn and watch them go hungry. You're with me on this, right? Я не выбираю стороны, но я согласен с тобой. Пока я в нейтралитете останусь. You're making me pick sides, Kenny. Well, you better think about it, because that time is coming. I'm gonna go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It'd be a good opportunity to find out a bit more about the St. John's and their relationship with those bandits or whatever. Right. I'll see what I can find out. Что же, я тоже думаю, что оставаться в мотеле не стоит. Это уже место изжило себя. Так, с вами я потом поговорю. Давайте осмотримся, что здесь. Можно ли пройти в амбар? Что это, почтовый ящик? No mail coming in or out these days. At least they don't have to worry about bill collectors anymore. Твоя правда, канистра бензина. А что с ними не так? They're storing gasoline all over the property. Логично, если они заряжают генератор. Что это, ограда опять? Yeah. Doesn't look very safe, but I guess that's the point. Туда можно? Ага, значит, все-таки меня туда пустили. А вон и наши ребята. Так, подождите, ребят. Сейчас я еще здесь осмотрюсь быстро. И пойду поговорю с вами. Генератор. Так, что у нас тут? На забор мы смотрели, на ограду мы смотрели. Ладно, пойду поговорю с Ларри. Если Ли. Думаю, что-то вы уже сможете рассказать.
Вам это опять не нравится, я понял. Тюки с сеном. Да и сена у вас хватит надолго. Enough of these might work as adequate cover from arrows, if that becomes a problem. Ты умный. Не зря преподаешь историю. Преподавал, точнее. Еще один стук стен, сена. Уже начинаю заговариваться. Looks like a feeding station for the cow. Какой красивый лес. Что там, кукурузное поле? На поле совсем не похоже. Ну, так долго идешь. Ты уже план строишь? Это правильно. Так, где там наши? Вы хоть и не дружелюбные ребята, но все-таки вы из нашей группы. Ты со мной вообще отказываешься говорить, да, старик? Лили, давай поговорим с тобой. Или мы поговорим с вами? Обоими сразу. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? He'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? Что тебе не нравится? Что со старым? Что у него с глазами? Ты там что, закинулся? Ладно. Кайфуй. Мы поговорим с Лили пока. Насчет твоего отца. Я думаю, да, стоит поговорить насчет твоего отца. Что ты думаешь по поводу ухода из отеля? How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. Не лезь на куриный. I don't know. If we just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Блин, не могу, как он там прется. Я заметил, что вы с Кенни повздорили. Take it you and Kenny didn't exactly make up on the way. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything, but gambling with your family's life is pretty stupid if you ask me. Hey, thanks for backing me up this morning at the motel. I know I came down on you guys pretty hard, but you do agree with the way I'm running things, right? Ну, я тебя не поддерживал. Кенни, я не знаю пока. Не хочу я выбирать. Отстаньте от меня. Да, вы оба важны. Yeah, well, пристали ко мне. If I don't keep us alive, there won't be a group to keep together. Лили, ты мыслишь, конечно, логично, но неправильно. Оставаться там и ждать чего-то – это не самый лучший выход из ситуации. Кенни в этом плане, он все-таки умнее действует. И, скорее всего, я его поддержу. Ты уж извини. Hey. Договорим с тобой насчет твоего накуренного отца. А потом я пойду дальше общаться. Okay. It's been 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of да, asshole. Это правда. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Наверное, стоит рассказать всем. Как ты справляешься с ним? Look, my dad can be an ass sometimes. I know that, but he's not a bad guy. He's got a lot of pain. He's been through so much. Но еще столько всего пройдет. Pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. Don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Ладно, неплохая исповедь. Я думаю, не буду вас трогать больше. Он странный. Ваши дела – это ваши дела, мои дела – это мои дела. Я беспокоюсь о Клементине, может быть, о семье Кенни. Ну, а Даки не особо, но о его семье в целом, в принципе. Карли, думаю, тоже, она мой друг. Ну, а Бен, новенький, я его не знаю. Марк, тоже особо еще не знаю, но вы какие-то бешеные. Так что живите своей жизнью. А вместе, так что будем жить вместе. Пытаться жить вместе. Думаешь, это была хорошая идея? Что? Think our little arrangement with them was a good idea? А, ты про сделку? That's right. Let's just wait for dinner. And then if Mark is feeling up to it, we leave. I don't want to push our luck here. Хорошо. Let's not be hasty.
I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Здесь я тоже с вами не соглашусь. Мы здесь полноценные гости. Мы здесь хотим остаться. По крайней мере, я, Кенни. Так что мы должны узнать, безопасно ли здесь Амбер. Надеюсь, мне пора. Посмотрим, что там. Ну? Ты не хочешь зайти туда? Ладно. Пойдем поговорим с братьями. У меня есть вопрос нерешенный. Какого хрена он включил ограду? Мы могли бы поджариться, если бы мы были рядом с ней. Держались за нее, лазили через нее. Если бы там были дети. Не думали об этом. Ого, у этого тоже с глазами что-то не так. How you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how to. Ну как бы да, стоило. Oh, shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. Вы давайте меня не провоцируете. Two of us should go out and do some recon, then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Ладно, пошли. Yeah. It'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Клементина? Are you going now? Yeah. Я скоро. I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. Не доверяю я ему. Тёзке своему. Куда же мы зайдём? See anything? Not yet. Неплохая идея, Ли. Что он сзади? It's gotta be close. С оружием. Что ты там увидел? Банка. Here. Вот и лагерь. Oh shit! You found it? Да. Мы же хотели осмотреться. Просто осмотритесь. Что вы хотите найти? Не, ребят, вам не стоит туда лезть. Проберитесь в лагерь. Ладно, пойдем. Скоро заканчивать про серию. Я забираюсь в какой-то лагерь. Что нас ждет тут? You see anybody? Там есть какая-то палатка. Смотри в оба. Stay on your guard. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. На разумное решение. Давай там осторожней. Я уже даже тише говорить стал. Ну, сейчас кто-нибудь выпрыгнет. Медведь. Ну? Что, никого? Отлично. Значит, лагерь пуст. This camp's too small. It can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from. Да, думаю, стоит осмотреться. Ладно, думаю, на этом закончить эту серию. Мы нашли новых друзей, надеюсь, друзей. И думаю, мы сможем остаться тут на подольше, если все будет хорошо. Пока они себя не проявляют плохо. Надеюсь, и будут вести себя хорошо. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Ждите следующую серию, скоро она появится. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока!